Привет всем! Так как вы знаете, кексы пользуются популярностью не меньше пирогов. Они такие же вкусные, мягкие, нежные и ароматные. Поэтому сегодня я решила приготовить кексы с персиками. Количество нужных ингредиентов я напишу в описании под видео. Выкладываем в посуду сливочное размягченное масло. Оно должно быть комнатной температуры. К нему добавляем сахар. И туда же ванильный сахар. Также разбиваем 2 яйца и будем взбивать миксером на средней скорости, пока масло полностью не растанет. Теперь нам нужно просеять муку с разрыхлителем и хорошо перемешать венчиком. Теперь к маслу и сахару мы добавляем молоко, перемешиваем венчиком. И туда же постепенно нужно всыпать муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Персики я использую консервированные, так как за окном зима, свежих я не нашла, но они такие же вкусные. Формочки у меня металлические, их нужно обязательно смазать подсолнечным маслом. Также можете присыпать манкой. Теперь можем заливать формочки. Не до конца, примерно 4-5 мм нужно оставить, так как они еще подымутся. После чего будем выкладывать персики. Предварительно вы их также можете еще обвалять в муке или в кукурузном крахмале. Так они не будут пускать сок. Вы можете использовать любую ягоду или фрукты. Например, абрикосы, сливы, вишню, все что угодно, все то, что вы любите. С этим рецептом кексы все равно получатся очень вкусными. Но сегодня мне очень захотелось с персиками. Духовку я предварительно разогрела до 180 градусов и отправляем туда кексы на 20-25 минут. Итак, кексы готовы. Достаем их из духовки, даем полностью остыть. После чего можем доставать из формочек. Сверху можете присыпать их сахарной пудрой и подавать к столу. Я уверена, что вам они обязательно понравятся. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой кулинарный канал. Будем готовить вместе. Всем большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока!